Всем привет, с вами Остап Бендер. Я хотел поиграть с пулеметом пара, которую мне должны были дать за активацию пин-кодов там, за таинственный ноутбук, но мне она что-то не пришла. И я решил поиграть с аналогом. Ну как с аналогом? С одним довольно неплохим пулеметом. И давайте попробуем с ним что-нибудь замутить. У нас тут комната 4 на 4. И что ж, давайте. Уничтожьте отряд врага. Так, да, это Раунд начался. XM8 LMG. Довольно неплохой пулемет. У него написано, что у него сильная отдача, однако там все летит довольно в точку. И да, удивительно, он не целясь, меня забирает хэд. Давайте-ка. Ну да, круто. И у меня тырят фраги. Просто-напросто в наглую. Я делаю свой первый минус. Перезаряжусь. И давайте-ка сядем тут. Самое интересное, что я на первом месте. Ну что ж, давайте попробуем надавать этим братишкам. О, дабл килл. И мне мой клан пишет, что я крыса. Ну, что есть, то есть. Ух ты ж. И меня забирает медик. Но это пулемет довольно хороший. Я рекомендую с ним. Рекомендую всем его купить. Шишки с него вешать. Одно удовольствие. Ой-ой-ой, я там спалил. Снайперюгу. О, еще одна шишка. Да я разошелся просто-напросто с этим агрегатом. Еще одна шишкаря. Да опять! Да тут только шишки что-то летят. Ну и что, я думаю, стоит зайти с другой стороны. Просто с той стороны я довольно прилично посветился. Ох, какой. Ох ты! Остапа понесло. Та уж. Начинает срабатывать поговорочка, и тут Остапа понесло. Остап взял в руки хороший ствол, и Остапа понесло. Чё, давайте. Давай, ох, взрыватель, да-да-да, детка. Это просто-напросто найс. Ну, тут у меня шансов особо не было. ХП было мало, а то, что восстанавливается, я себе не поставил. Скорее всего, поставлю на следующий бой. Давайте, вылезайте. Я уже готовлюсь. Дабл килл. Ох, шикарный трипл килл. Ух ты. Ну, ХП было маловато. Сами все видите. Так что играть я буду тут, скажем так, сегодня рашем. У меня настроение, чтобы порашить. Делаю минус. Еще один минус. Так, ну что, перезаряжусь. Конечно, перезаряжать такой пулемет — это дохлый номер. Это не особо-то и нужно, но все-таки мне нравится, когда обойма полная. Ух ты ж. Этого я не учел, что тут может караулить какой-то дружок. Ну, с одной стороны, это и понятно.
Я тем направлением очень много бегал, и пора бы сменить сторону. Да, ё-моё, сменить сторону. Ай-яй-яй. Не пошел урон. Ну чё, бывает такое. Давайте еще раз, что ли, по этой сторонке пройдемся. Тут вполне может быть что-нибудь интересненькое. И я забираю своего дружка Руслана. Делаю еще один минус. Ай-яй-яй-яй! Не режь меня! Ох, еще один минус. Ну и тут меня забирает с болта, блин. ХП, конечно, было маловато, но игра стоит свеч. Вот я тут уже зацепил. Еще минусанул. Минус два. Опять! Взрыватель! Да это просто-напросто. Ну, тут уже Анакон сделал свое дело. Ох ты ж, у них даже мой соклад ливанул. Нервишки не сдали. Так. Теперь, значит, на них мозголома сделать не получится. Так, делаю такой хэдшот. И что ж. Круто меня он забирает. Ауга 3. Ну, нормуль так. Молодец. А то меня тут и правда понесло. Ох-ох-ох, как же лагануло. Причем, вот видите, у чувака АЦР-ка, и у него звание 2 ежа. Однако у нас с ним... Так. Кто это тут такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подкат мой не помог. Я надеялся, что хоть часть пуль снизится подкатом. Делаю еще один минус. И уже зайду со счетом 32 на 14. Ну да, что-то он как-то интересно меня убил. Да уж, я подрасслабился. Медик, стоять! Ого! Жесть! Начало так хорошо пошло, а под конец что-то я действительно вот подрасслабился. Интересно, как он стрелял в того чувака, а убил меня. Охренеть, я просто в шоке. Ну да. О, чувак опять схватился за меда, я не ожидал, что он медик, думал, успею перезарядиться. И, кстати, что-то я вообще сегодня забыл про верха. А ведь это довольно неплохая позиция. Ай-яй-яй-яй-яй. СРМ 12-16. Делаю еще минус чувачка. О, респект, спасли меня, братишки. И да. Не ваншот в голову. Моя, конечно, сетапка уже пошла к черту. Это, если честно, я не особо собирался тут беспокоить. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Залег там. Карифанчик. Хотя, конечно, вы можете подумать то, что я его назвал Карифаном, что он мой друг, но я его вижу в первый раз. Ну что, можно вот сюда, вот я думаю, наверное, сесть. О, взрыватель опять. Да этот пулемет просто-напросто очень даже хорош.
Мне он начинает активно нравиться. А в руки я его не так давно брал. Точнее, как это не так давно? Скажу так, я его очень давно не брал в руки. Ну ай-яй-яй, товарищи, что же вы делаете-то? Взяли, пропустили прямо к нам так на виску. Минусую своего дружка Руслана, ох, опять. Я думаю, в этом матче у меня будет довольно много шишкарей. Ой-ой-ой, зря я вылез, надо было убегать. А я вместо этого взял и вылез. Эх, не удалось сделать фраг. Ну что ж. Этот матч подошел к концу. Причем пулемет меня этот очень приятно порадовал. Я всегда знал, что он хорош и может составить неплохую конкуренцию донату. Гляньте. Вы просто посмотрите, 22 головы. И это я еще не старался. Ну а сейчас давайте я сменю снаряжение на боевое и сыграем еще. Скоро будут записывать игры со своими комментариями. Прохождение игр от социопата или батянь. Так, ну отлично, чувак мне пишет. Что-то он мне там пишет. Давайте я сменю снарягу. Так, купил себе боевой жилет. Так, ну что. И пойдемте посмотрим какую-нибудь мясорубочку. Скорее всего, я не буду вас утомлять поисками. И включу запись, когда буду уже в матче. Мясо я все-таки нашел. Пришлось воспользоваться. Так. Ну и я надеюсь, в этом матче будет все неплохо. Давайте устроим зарубочку. Этот ствол XM8 LNG довольно хорошая конкуренция доната. И когда его только ввели и с ним стали бегать, я не понял, меня с ним убивают. Написано «Сильная отдача». Однако, все закончилось тем, что я его купил. И посмотрел, что это за ствол. Ах, я косая бабка. Ну ничего. Так, я думаю, лучше отсюда свалить. А то там этот снайпер мне сладкую жизнь обеспечит. Так. У нас пока не так много народу. КП, по идее, у меня тут все должно восстанавливаться. Ох, отличный хедшот. Конечно, я не думаю. Точнее, как? Не думаю. Ремонт будет кошмарный. Я заметил этого чувака. Но тут кто-то может мимо сейчас пробежать. И... Ой-ой-ой, я спалился. Думал, чувачок сейчас может за мной побежать. Так, вешаю шишку этому скилловому Васе. И у меня уже тут серия в 4 убийства. Но тут я играю, скажем так, больше в крысу, чем как-либо иначе. Ух ты! Чувак меня засек и хорошо прописал мне. Причем у нас на первом месте тут слоник. Так, ой-ой, я слышу, кто-то где-то топает. Ну что ж, давайте сюда пройдем. Первое место я тут могу вряд ли занять. Хотя, постараться стоит. И давайте-ка. Что-то тут, конечно, народу мало, мне не очень нравится. И... Так, ой, я же отвлекся я. Вот он этот слонопотам. Да. Слышу, стреляет тут кто-то. Чего? Охренительно. Убил меня, а потом вылез из-за стеночки. Я, конечно, понимаю, это все
нехорошая система сетевого сглаживания. Вот он, здравствуй, слоник, ой-ой-ой. Мне там уже начали насовывать. Надеюсь, он меня, да, не спалил, чувак, меня. Да, взрыватель голов. Удивительно, что он меня просто-напросто не убил. Так, опять я делаю минус четвертый. Блин, волнуюсь, я что-то тут играю. О, опять меня убил. У нас, кстати, лев играет 4 к 6. Но у него пинг и... Потому что королев это не самое старшее звание в игре, и ему простительно. Так. Или мне кажется, или тут кто-то бегает. Ладно, пошли отсюда. Ухожу в подкатик. Да-да-да-да-да. Ого, как он мне в хэд прописал этот. Слоник неплохо играет. Хотя если учесть, что у этого слоник донат. А вот сейчас я зря стал это делать. Ай-яй-яй. Что-то я тут... Ну-ка, спёр мой фраг. Еще, блин, этот инженер. И тут бегают всякие... Бегают тут всякие нехорошие товарищи. И надо им отстрелить, собраться и отстрелить их хозяйство. Дабл килл. Ну, я тут немножко нафражил, и надо отсюда линять. Слышите, мне тут кто-то уже... Вот так его вловим на крысу. О, я выхожу на первое место даже. Я в шоке, если честно. Но меня там уже опять обгоняет этот слоник. Слышу тут кто-то. Ой-ой-ой. Ну блин. Что-то медленно эти ботинки армейки стали бегать. Фиксанули их или еще что? Так, опаньки. Мина. Криво поставленная. Делаю минус на слонике. Так. Еще один минус. Надо посидеть, подождать, пока у меня все отрегенится. Так. Ну, если кто-то тут будет пробегать, то я этого замечу. Ох, я думаю, потом будет ремонт. Просто кошмар. Мне будет страшно на него смотреть. Опять этот слоник, но... Ох, у нас там уже кто-то обогнал с ним. Как вы видите, дуэльный счет у меня с ним. Равный. 3 на 3. Так. Опять этот снайпер. Кстати, он меня первый раз убивает. Так. Хэдшот, детка. Не, отсюда лучше уходить, а то там меня просто-напросто убьют. О, взрыватель голов. Еще одна головочка. Да это просто-напросто мне нравится. Я думаю, мне кто-то будет преследовать. Чего? Охренеть! То ли он настолько скилловый, то ли я в него так нубски зажал. Отлично! Найс! Просто найс! Шикарный хедшот! И я считаю, что этот пулемет довольно неплох! И на уровне
неплохого коробочного дона. Так, ну, ай-яй-яй. Я иду 22 на 13. Неплохо. Ну, комната у нас тут просто не полностью заполнена. Ох-ох-ох, минка-минка. Ай-яй-яй. Наткнулся я на такую вот подставу с этой минкой. Так, слышу тут кто-то. Хотя да ну нахрен перестреливаться с этим снайперюгой. Это будет довольно опасно. Хотя почему будет? Это и есть опасно. Эх, опять этот меня ловит инженер. Зазевался я тут. И поэтому меня убили. Ну что ж, справедливо. Я допустил ошибку, и меня убили. Делаю еще минусок. Вижу, там бегает наш дружок. Убегаю сюда. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Фух. Да, блин, я же сяду сюда. На случай, если меня будут преследовать, по идее, с радара я уже должен был исчезнуть. Надо подождать, пока у меня отрегенится мое ХП. Ну и, кстати, в киллбаре вы можете видеть, с чем тут играют вражины. А играют они в основном с донатом. Я не знаю, есть ли тут еще кто меня, кроме меня в этой комнате без доната. И... Так. Чего? Это что вот сейчас было? Я не понял, что он так тпшнулся. Ну да. И меня убивают. Я... На третьем месте. Матч закончился, в принципе, неплохо, если учесть, какие у нас тут звания играют. Кстати, Лёва сыграл в минусе. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. Кстати, глянем, сколько у меня там ремонта выйдет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, добавляйте меня в друзьяшки ВКонтакте, братюни. В общем, адьос, амигос! Ремонт будет кошмар. Кошмар. Так. У меня с сервером, в принципе, я сыграл больше, чем у меня статка тут. Неплохо. Так. Сколько? 443 варбакса. Ужас. Одним словом, ужас. Ну а сейчас все. Конец. Пока.